Они не обращают внимания на снег, который на поле превращается в слякоть. Говорят, что такие трудности лишь закаляют характер и усиливают желание победить. Сейчас решили заявиться. Мы сделаем этот турнир. Тех, кто решил заявиться и попробовать свои силы на турнире, который проходит 16-й год подряд, 52 команды. То есть в мини-футбол несколько выходных подряд играют более 500 человек. Молодежь подтягивается и все очень хорошо проводят. Мы вообще стараемся во многих турнирах принимать участие. Это очень важно. Это помогает развиваться как морально, так и психологически. Ну и спорт всегда плюс. Движение – это жизнь. То, что развитие спорта, в том числе и проведение вот таких спартакиад, действительно важно для молодого поколения, постоянно говорит и депутат Государственной Думы Андрей Барышев. Причем не только говорит, но и устраивает эти спартакиады. Вот это есть, ну что называется, здоровый образ жизни. Здесь не нужно великих каких-то бюджетных средств, не нужно ничего, то есть нужно просто желание. Ну и вот такое, наверное, как сказать, вот общая должна быть, наверное, такая вот политика. Если мы занимаемся развитием спорта, занимаемся развитием подрастающего поколения, своим примером тоже, как сказать, показываем, как нужно делать. Вот, наверное, так оно и будет получаться все. Я как родитель футболиста, болею за него. Это очень важно, то есть чтобы было бесплатно, чтобы было доступно всем. Ну это и для здоровья полезно. Общение, то есть люди общаются друг с другом, то есть командный какой-то дух. Чей командный дух окажется сильнее, пока не определено. Челябинский городской турнир по мини-футболу в рамках спартакиады дворовых команд еще не окончен. Но уже сейчас можно смело сказать. Самое главное, что в очередной раз победил здоровый образ жизни. Инна Львошина, Юлия Анфалова, Антон Ступко, СТС Челябинск.